Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Капиталина Зинкевич, и сегодня в эфире. Большой разговор по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали власти, чтобы сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых экономических условиях. Председатель Белой Руси Геннадий Давыдько встретился с активом новополоцкой организации. Самый актуальный сейчас вопрос для всего белорусского общества, это Александр Григорьевич Лукашенко подчеркивает неоднократно, это противостояние всем угрозам, ковид, санкции, консолидации общества. Культура вне политики. В Новополоцке с творческим вечером выступил лидер группы «Мотороллер» из Казахстана Ильяс Аутов. Подготовка к осенне-зимнему периоду в сравнении с прошлым годом, проверка потребителей тепловой энергии и теплоисточников идет опережающими темпами. Сейчас к подробностям. Большой разговор по вопросам общественно-политической обстановки в стране. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко собрал актив местной вертикали власти, чтобы сверить часы, определить дальнейшую стратегию работы в новых экономических условиях. Попытки дискредитации Беларуси на международной арене – это серия бессмысленных демонстративных демаршей, подчеркнул глава государства. По его словам, апогеем абсурда стало закрытие воздушного пространства после реагирования белорусскими властями на террористическую угрозу в небе. Президент считает, что следующим шагом может стать давление на партнеров Беларуси. Почему на Западе, допустим, к нам так относятся? Ну, будем откровенны, и на Востоке очень много людей, которые нас плохо воспринимают, а некоторые вообще на дух не переносят. Дело не в деталях, дело в том курсе, который мы проводим. Но при любых интересах внешних игроков, развязанная ими битва, это битва за ценности. Наши ценности, которые не вписываются в системе глобалистского мироустройства, потому что противоречат, мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать, в отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле, я бы даже сказал, раздражает, то, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, ну и, откровенно скажем, здорового консерватизма, что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства, всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает, что мы оказались сильнее технологий так называемых цветных революций. Мы им здорово помогли в этим шарпам, или как там журналисты их называют, в этих цветных революциях. Сейчас на примере Беларуси, это испытав, они доработают свои концепции и свои теории и практики. Они поняли, что при определенных условиях, например, как в Беларуси, их план не срабатывает. Значит, надо что-то добавлять. Уже исходя из этого опыта, вы посмотрите, я об этом ниже скажу, и не раз уже говорил, что мы выстояли, испытав на себя воздействие 7 или даже 8 этапов этого плана, практического плана цветных революций. И, наверное, даже у этого деятеля не все это было прописано. Им уже пришлось на примере Беларуси, на опыте Беларуси что-то добавлять. Может, было 5 этапов, а мы уже преодолели 7 или 8. И они видят, что это же еще не конец. Надо что-то добавлять. Это не значит, что они будут добавлять что-то новое. Нет, они возьмут из старого арсенала, но вплетут в концепцию цветных революций. То есть мы им помогли. Опыт Беларуси им поможет доработать ту концепцию, которую они создавали теоретически, а сейчас на практике. Сегодня очевидно, белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Страна держит удар во всех сферах жизни. Политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики. Несмотря на то, что вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО, на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре, подчеркнул президент. Взвыли, мы проводим тут с Россией совместное учение. По меньшей мере смешно это все слышать. Сколько учений они привели у наших границ.
Они нас критикуют. Вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, ну мы же не паримся по поводу того, что они создали этих баз кучу на западных границах и дальше от нашей границы в Западной Европе. Их же море там. Чего вы нам предъявляете какие-то претензии в этом плане? Ну а самое главное, чтобы вы понимали, никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях. Но я вам должен сказать откровенно, если нужно будет для безопасности в союзном государстве, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России, разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений, они будут размещены незамедлительно. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Сейчас в этом нет никакой необходимости. У нас достаточно крепкая, сплоченная, компактная. 65 тысяч сколько у нас примерно? 65 тысяч вооруженные силы, не считая территориалов. Мы можем в нужный момент, наша организованная власть и страна, стержнем которой является вертикали власти, отмобилизовать в короткий промежуток времени, если нужно, за месяц 500 тысяч человек поставить под ружье. А это уже сила. Александр Лукашенко также затронул вопрос организации территориальной обороны и обратил особое внимание на роль руководителя местной власти в обеспечении полной укомплектованности подразделений. Их гарантированной боеготовности на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны, подчеркнул глава государства. Активнее местной вертикали власти необходимо работать и с региональными средствами массовой информации. Глава государства назвал обеспечение информационной безопасности важным аспектом комплекса мер по обеспечению безопасности и порядка. Нельзя допускать информационного вакуума, подчеркнул Александр Лукашенко. Во время большого разговора также поднимались вопросы уборочной кампании вакцинации населения. Сейчас, как никогда, белорусскому обществу важно консолидироваться, чтобы противостоять давлению извне сложной эпидемиологической ситуации. На это сделал акцент председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько во время встречи с Новополоцким активом. Обсудить удалось и перспективы развития организации. Подробности у моих коллег. Об общественно-политической обстановке сегодня говорили в столице. Не менее серьезный разговор состоялся и в Новополоцке. Пообщаться с активом городской организации «Беларусь» приехал лидер общественного объединения Геннадий Давыдько. Тема номер один – вакцинация. Проблема COVID-19, она не отпала, наоборот, она усиливается, грядет осенняя волна, и нам вот здесь опять нужна консолидация общества в понимании необходимости прививаться от этой большой угрозы. А ведь это угроза не только здоровью, жизни людей, это угроза экономики, это угроза, ну, там ряд угроз стоит за этим. И вот организация вакцинации представляется очень важным и экономическим, и политическим событием. Обсудить удалось не только это. Активисты Новополоцкой Беларуси активно задавали вопросы. Причем обращались к Геннадию Давыдько в том числе как к председателю Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей. Зашел разговор и о создании политической партии «Белая Русь». На вопрос новополочан «Когда?» лидер общественного объединения ответил «Пока не время». И сейчас стимулирование активной политической жизни может привести только к дестабилизации обстановки в обществе. А нам нужна консолидация всего общества на отражение, прежде всего, внешних угроз. И те внутренние угрозы, которые называют внутренними угрозами, на самом деле это внешние тоже угрозы, потому что инициатива идет основная оттуда. И сейчас заниматься партийным строительством просто не время. К этому вопросу руководство Беларуси вернется после конституционного референдума. А пока важно сконцентрироваться на развитии общественной организации, привлекать новых участников, реализовывать интересные проекты, чем, к слову, и занимается новополоцкое представительство Беларуси, которое сегодня объединяет свыше 1300 человек.
Нас волнует привлечение молодого актива в ряды организации «Белая Русь». Безусловно, это наши общественно-политические акции. И, конечно, если говорить уже о ближайших временах, мы готовим инициативы, посвященные подготовке ребят в школе, поздравления первоклассников с «Белой Русью» в первый класс. Мы готовим рок-концерт. В общем-то, планов у нас достаточно много. Впереди у нас турнир «Открытый городской» по мини-футболу, в котором уже заявилось 16 команд. И это только ближайшие планы. Сверить часы и определиться с направлениями в работе. Участникам встречи это точно удалось. Анна Обдова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда». Культура вне политики. Как бы ни хотелось коллективному Западу сгустить краски вокруг нашей страны, реальные факты показывают обратную картину. Белорусы продолжают получать поддержку от народов разных национальностей. Это накануне подтвердил масштабный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, на который приехали гости и артисты из десятка стран. Это подтверждают и зарубежные артисты, которые, как и раньше, приезжают в нашу страну с сольными выступлениями и не просто выступают здесь, но и поддерживают братский народ. 29 июля в Новополоцке с творческим вечером выступил лидер группы «Мотороллер» из Казахстана Ильяс Аутов. Белорусы его не просто знают, уважают за решимость и честную открытую позицию. Еще в октябре он написал стихи, посвященные белорусскому народу и непростой ситуации внутри страны. Белорусы, братья мои, белорусы, гордость моя, сердцем полным тревоги за вас я тянусь к вам из Алматы. Как Тяньшань, искристая Чу, ваш хрустальный край дорог мне. И поэтому я не хочу, чтобы он оказался в огне. Стихотворение «Белорусы, братья мои» написано на мотив стихотворения казахского советского поэта Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои». Объединяет оба творения язык братской любви, который сплочает, объединяет наши страны. В Новополоцк Ильяс Аутов приехал с одноименной программой «Белорусы, братья мои». Сегодня, как и полгода назад, верен своему слову и личным убеждениям. Наши общие враги пытаются расшатать ситуацию теперь и у вас. У них получилось это сделать на Майдане, на Украине. Теперь они свои грязные лапы засовывают к вам. И я очень рад, что ваш народ выстоял во главе с вашим президентом, который не дал слабину, оказался настоящим мужчиной и ответил как надо. Мы братья. Вот мы, народы бывшего Советского Союза, братья. Я в этом твердо убежден и уверен. И все, что происходит на территории бывшего Советского Союза, для меня очень близко. А уж Беларусь подавно. Беларусь, которую я люблю давно уже. И у меня здесь и друзья живут, и связи. И мы несколько раз приезжали к вам с концертами, выступали. Мне очень нравится ваша страна. И в очередной раз Ильяс Аутов проехал по Беларуси с концертным туром. Один из пунктов гастролей – Новополоцк. На сцене певец исполнил композиции под гитару и, конечно же, живьем. Репертуар затронул многие темы – о родине, о войне и не только. Ильяс Аутов доказал новополоцким зрителям, что группа «Мотороллер» работает абсолютно в различных музыкальных стилях. Новополочане не жалели аплодисментов. Гастрольный тур Ильяса Аутова продолжится в Минске, Волоколамске и Чечне. Готовность жилищно-коммунального хозяйства Беларуси к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные законодательством сроки. Об этом накануне сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. В сравнении с прошлым годом проверка потребителей тепловой энергии и теплоисточников идет опережающими темпами. По состоянию на 28 июля уже зарегистрировано свыше 6000 паспортов готовности потребителей и 1731 теплоисточников. Тему продолжит Глеб Прокофьев. Почти 30 тысяч потребителей тепловой энергии и более 10 тысяч теплоисточников. Такое количество паспортов готовности подлежат оформлению по всей республике. Подготовка к осенне-зимнему периоду ведется активными темпами. На сегодняшний день уже проведено свыше 600 мероприятий технического характера по обследованию электро- и теплоустановок на предмет готовности. Обязанность по подготовке к осенне-зимнему периоду и регистрации паспортов готовности закреплена законодательно.
и за невыполнение данной обязанности предусмотрено административное наказание в размере до 500 базовых величин. А с учетом того, что по большому счету именно сама подготовка к ОЗП не несет в себе каких-либо гигантских затратных мероприятий, в основном это выполнение регламентных работ для того или иного типа оборудования, то по большому счету я считаю, что руководители нашего предприятия должны принять все необходимые меры, чтобы предприятия подготовились к ОЗП в полном объеме. Подготовка предприятий Витебской области к осенне-зимнему периоду ведется в плановом режиме. К примеру, в Новополоцке специалисты уже проверили практически все учреждения образования города. Это 51 объект. Из них паспорта готовности получили 37 учебных заведений. У остальных выявили незначительные нарушения. Непредоставление необходимых документов, неотремонтированный регулятор теплопотребления и другие. Проверки проведены и в жилых домах Новополоцка. Проверили мы Новополоцкое КубЖРЭО, жилищный фонд, тоже выявлены нарушения, выданы акты для устранения нарушений. Ну, думаю, что там в сентябре месяц Новополоцкое КубЖРЭО сможет зарегистрировать свой паспорт после устранения всех нарушений, когда мы там проверим выборочно, в том числе, как они выполнили все необходимые работы. В ходе мониторингов внимание специалистов Госэнергогазнадзора также уделяется эксплуатации электрооборудования. Кроме этого, ведется и разъяснительная работа. Ведь только в этом году в республике произошло 17 несчастных случаев, связанных с поражением от электротока. В результате чего 10 человек погибли, 8 получили тяжелые травмы. За первое полугодие в Витебской области зарегистрированы 4 несчастные случая. В каждом несчастном случае погиб человек. Значит, и основной причиной этих несчастных случаев явилось несоблюдение элементарных мер безопасности потерпевшими, то есть выполнение работ на электроустановках без их отключения. Значит, также хотел бы напомнить рыбакам нашим, что данный вид хобби несет определенную опасность, если вы занимаетесь рыбной ловлей вблизи линии электропередач. В целом, подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период ведется на уровне предыдущих лет. Стоит напомнить, что последним днем регистрации паспортов готовности к работе в предстоящий отопительный сезон будет 30 сентября, а не 1 октября, как это было ранее. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово моим коллегам с телекомпании «ВОЕН-ТВ». Оставайтесь с нами. Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. На полигоне под Борисовым подразделения столичной механизированной бригады отрабатывают практику применения противотанковых комплексов. Военнослужащие учатся уничтожать бронеобъекты и технику неприятеля. Армейские специалисты активно готовятся к чемпионату мира по парашютному спорту. На состязаниях нашу страну представят нештатная команда ВВС и войск ПВО и сборная вооруженных сил. Военнослужащие выступят в классическом парашютизме, в групповой и купольной акробатике, приземления на точность. Состязания пройдут в Российской Федерации в середине августа. В столичном спорткомплексе «Уручи» прошел чемпионат частей центрального подчинения по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд. По итогам состязаний третьими стали артиллеристы из Осипович. Серебро у центра радиосвязи из Колодич. На высшую ступень пьедестала почета поднялись специалисты из Воложина. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!